свои слова подбирать сложно кстати да, да, очередной нет, футбольный да. сезон я прочитаю пожалуй позади но сегодня даже не хочется обсуждать его итоги хочется обсуждать долгожданный отпуск то есть ты отдал все этому сезону? что допустим? дим а? что у тебя по отпуску ничего ну тут все, все Чем, в тебя чемпион, ушло. Чемпион, да? Европы. все там все, все возмущаются почему ты так э -э раскобанил не раскобанил еще взял? до отпуска да, все либо либо, либо либо телевизор не, 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 4 на 3. Не. Либо одежду ты 130 килограммов от груди. Все нормально. Это вес твой? Это, Это нет. ты свой вес да, поднимаешь? Нет, 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 мой вес 110. 110? Подожди, он уже такую одежду не шлю. Не, ну да, серьезно. Фью, фью, да. Что Кость, ты, Кость, поправился, что ли? А? Поправился? А ты что, не Я не набрал, набрал вес, да, на массе. Да какой да. массе? В смысле, Ну, в зале да. напряги. Да ну, э, жижа. <laughs> Где? Кость, Тебя подниму. Короче говоря. А вот ты похудел, кстати говоря. Болезнь. <laughs> а, короче, не пугай. А, или, или, подожди, ну, борода. Нормально. Не, не, не. Я, я смотрю на тебя и восторгаюсь. Вот, просто. Ты можешь сесть рядом со мной, от а тебя хорошо пахнет. А, Димас, <laughs> скажи, пожалуйста, что у, тебя, что у тебя по отпуску? Мы планировали <laughs> такой начальник. Ты... Да, все, тоже а? практически. Ты собираешься? Еще раз, я тебе только что сказал. Худеть. Говорю, да нет, конечно. Не худеть, не собирай. Что будешь что делать? набирать? На даче поедешь? А? На дачу. Да, колоть дрова, двора, э, двора. Кол, Колоть дрова как? Э, колоть дрова Мы как, это, как челентана? Будешь? Да, ну я же тебе говорю, колун. Вот обязательно нужно. Ты знаешь, что такое топор колун? Ну, это вот этот, который. Зей? Ну вот такой со специальным центром тяжести. Я вот за болотой. Я вообще, кстати говоря, колка дров офигенное упражнение. Какие у вас планы на отпуск? Ну, у тебя, то есть, евро, ты отдыхаешь евро, по жизни, тебе даже отпуск евро, евро, Ну, это отпуск. Номер просит дать ему. Евро, евро, евро. Это за твой ответ я должен тебе еврик бросить. На, так, как фонтан в день ВДВ. Кость, послушай, ну, чемпионат Европы, это же интересно. Кому? Тебе не интересно? А Копа Америка что, не интересно? Но, как, какие а, проекты? Копа Америка. же да, сроки на неделю позже, чем евро начинается. И вперед. И дальше смотрите наук. Ну, ты вот что скажи, на какие вообще матчи собираешься? Какие-то примерно. Потому что это, конечно, журавелевский трип не повторишь. Я не какой трип журавельский. Нет, просто там есть. Там, на самом деле, на евро в группе мало интересных матчей, потому что все более-менее понятно. Там единственная интересная группа это Армения, да, не вышла, это не это, Италии, это, год, это Испания, Хорватия, Албания, Албания Италия. А, Албания, Италия, да, вот группа, которая самая, на мой взгляд, привлекательная, ну для меня, по крайней мере, а по какие матче. города Там... Гамбург, Берлин, Ду... Мюнхен. Ты все называешь сейчас? Нет, просто вот эта группа. Там в Дортмунде один матч, в Лейпциге. В Гильденкирхене есть. Угу. Это итальянский матч, по-моему. Ну, в общем, плюс-минус вот... Ну, у тебя билет есть уже? Логистики. Николье заказал, пока нет их физически. Ром, Ром а, кто, 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 Что по фаворитам евро, как тебе кажется? Мне кажется, Германия и Португалия. Германия? Да. Потому что Франция, ну, надоела. А Англию не люблю. А что значит Франция надоела? Надоела Франция дыша, мы имеешь. Но Франция очень сильная. То есть Франция всегда фаворит. Mm. Как бы, ну что, ее выбирать mm. фаворит, Поэтому ты будешь ее звать фаворитом. Нет, когда выбирали фаворита, Она фаворит поэтому не был. <пособы filling> нет, у меня скрытый фаворит Португалия. Португалия, <с> да. <anchor> <с despSAY> а очевидно, фаворит Германия. <сор Perché> Португалия, Португалия очень сильная, но мне кажется, Англия. Вот я вот думаю, что Англия в этот раз прям... Но они все ближе и ближе, потому что у них был супер э, успех э, финал прошлого Евро. Они были в полуфинале чемпионата мира нашего в 2018 году. Поэтому сейчас надо не выйти из группы. А, да, то есть они... Там три команды выходят, как не выйти? Нет, они, не выйдут, <laughs> они выйдут из группы. Я думаю, что они могут быть финале. Кто? Да, конечно, Англия. могут. Англия. Нет, они очень сильные. Англия очень На сильные, самом деле, Англия, Англия и Франция, вот два очевидных фаворита. А потом, насколько я помню, буквально 4-5 дней между чемпионатом Европы и РПЛ, да? Да ладно. Я в отпуск хотел. А куда ты В принципе, все. У нас одна страна. В Беларусь? Нет. В Северную Осетию. Там знаешь, какие горы красивые? Кстати, я бы тоже съездил в Северную Осетию. И я бы еще, знаешь, куда съездил? На Алтай. Езжай. Абайкал. А сходи, хоть подними, сделай что-нибудь полезное. Весь сбросишь. Возьми шняк с собой. На беговой дорожке подниму себе чуть-чуть. Вы не знаете, это все очень слабенько, ребят. Вы не представляете, что такое в горы. Вот зайти где-то под 6 тысяч метров. А, ты же ходил на Эльбрус. Да и не только на Эльбрус. Да. Вот там. В смысле, там представляете? За дней 5 теряешь 7-8 Что Вы не представляете. Я поднимался на арарад. То есть я туда уехать полгода, да? С пятизвездочный. Нет, на, на 15-летний. 15 Короче, не просто так Набелита и Рома рассказали про Северную Осетию. Сегодняшний наш гость, он напрямую связан. Гость легендарный, да? Потому что он и поиграл, и за сборную, и клубную карьеру у него была прекрасная. И потом пошел в чиновники. Поменеджерил. Да, поменеджерил. Был и президентом, и, самое главное, министром. Сегодня у нас в гостях легендарный вратарь российского футбола Владимир Габулов. Э -э -э -э! Э -э -э -э! Приветствую. Приветствую. Привет. привет. Приветствую. Привет, привет, привет. привет, привет, привет. привет. Специальный королевский стул. Да. Спасибо. Володь, ну расскажи, вот ты все знаешь про Северную Осетию. Куда надо ехать? Но самое банальное, это, конечно, там Владикавказ, да? Не, на самом деле... Вот куда надо ехать? Э, ехать надо везде. Осетия не такая большая, и в принципе, за короткий отпуск можно посетить все достопримечательности. Все красивые места, их очень много. Природа в Осетии, горы в частности, они очень сильно отличаются от любых мест в России. Ну, просто их таких нет. Своей красотой, своим величием, своим могуществом. Вот это воодушевляет. Я много где был в горах и каждый раз, когда приезжаю в Осетию, а в Осетии просто ну, каждый год по несколько раз бываю в горах, и когда ты приезжаешь в Осетию в город, ты каждый раз вот, удивляешься этой красоте. А вот пока ты был министром спорта, физической культуры Северной Осетии, угу. а наверняка же у тебя в проекте было огромное количество построек, инфраструктуру, улучшений да. и так далее. Вот из того, что Вперед твоей работы министром, что удалось исполнить, а что в итоге было заморожено? На самом деле планов было очень много, да, и таких достаточно амбициозных, которые бы существенно повлияли на развитие спорта в осетии и футбола, в частности, да, ну, могу сказать то, что. Осетия сильно нуждается в дворце спорта. Во дворце спорта это такое многофункциональное. Дворец спорта это для он дворского. Для это для дворского это да. Многофункционального, да, где можно проводить и концерты, и спортивные соревнования разного уровня. Там на 3-5 тысяч зрителей. Но ну, по сей день это никак не получается сделать. Вот мы мою бытность министром мы как раз пытались так сказать Пробить финансирование для того, чтобы это построить. Разработали проект, заявились на программу федеральную, но ну, и после этого я уже ушел и не знаю, чем все закончилось. Но так как по сей день сегодня дворца спорта нет, видимо, пока не получается получить финансирование. Ну, сейчас реконструкция стадиона идет, это тоже моя бытность министром, мы... Подавались федеральное финансирование, это через федеральную программу развития физической культуры и спорта. Потому что старый стадион он абсолютно не соответствовал никаким требованиям. И вот Дмитрий, наверное, помнит, когда проводили Кубок России. Честно, ребята, когда это, лег... это легендарная была история, да. потому что это был матч против ЦСКА, Володя подходит, говорит: Дим. Смотри, история. Не говори история, в эфире, история, да? история такая, да. Обрати внимание, там, в общем, такое разделение некое по Ярусам. Я могу фотографию потом показать. И я бы ржал, калаш выкладывал. И говорит: вот смотри, только на нижний Ярус будут приходить болельщики. Ты объясни, ну, можешь как-нибудь мягко словами. Ну, ну Поднимай. в аварийном состоянии, стадион, ну, тяжело, ну нельзя заполнять верхний и ярус. Телевизионная да? картина это малый ток. Я такой: да, 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 вопросов нет. Старт игры ровно. Вот это ватерлиния, да, вот посерединке. Семь 7 минут. 7 минут. Весь нахрен стадион. Еще тысячи четыре около стадиона там стояли, как-то пытались там... там забор, забор разобрать. Мы сделали ограждение. Да. Все, да. Мы сделали ограждение так, потому что ну, там, органы не допускали проведения матча, если мы не обеспечим эту безопасность. Так как э, стадион э, на бумаге, там, после экспертизы, он являлся аварийным. Но он действительно старый, там проблемы с ним были. И мы вот нашли решение, что провести матч. Построили забор, ограждающий ту часть трибуны, которая является навесной, да, стоит mm -hmm. на опорах, и та, которая на насыпи, так назовем, на земле находится. И вот продали, выпустили ровно то количество билетов, в которое можно вместить болельщиков вот именно по этой границе. Это там порядка 14-15 тысяч было. И продали, и ограничили вот таким образом. Как Дима говорит, 7 минут прошло, и у нас забор этот был разобран. Все болельщики уже были под крышей, и более того, допуск на стадион уже сложно было сдержать людей, просто мы в какой-то момент с правоохранительными органами приняли решение закрыть ворота, чтобы ну, mm -hmm. не было не дай бог никакого. Oh, И пришло болельщиков гораздо больше, потому что уже потом матч когда начался, уже люди пошли без билетники, все. Mm -hmm. э, все mm -hmm. Скажи, ну это классика в Лай Кавказе, да. да Я было. вот был в Осетии, в том числе в горах, общался с людьми, которые очень гостеприимны, но всегда какой-то у меня был просто феноменальный, э, ну факт, насколько Асети любит футбол. То есть э, я понимаю, что там есть борьба, другие наборства, там соседние регионы, Кавказ. Но футбол для осетин, это, ну, я просто не понимаю, откуда истоки этой любви. Словами, я сам это не могу понять. Но это, наверное, в генах, это, наверное, вот с рождением, это может быть с воздухом. Это, как Алан сказал, там дождь прошел, там таланты родились. да, Загоев, когда один раз высказался в Осетии. И дом про грибы, да. Да, про талант. Ну, то есть, грубо говоря, это же все рядом. Остальные регионы. Но в Осетии какая-то. Как-то на у нас в 90-х. До этого то, было. то же самое. Ажиотаж и любителей футбола очень много. То есть, это вот как-то из поколения передается и, и вот вроде бы там долгое время нет э, большого футбола в осетии, а все равно люди ждут, люди интересуются, люди надеются, там э, радуются, когда есть победа, очень сильно э, разочаровываются, когда не бывает там результата. Сейчас чуть меньше э, занимается детей футболом, mm -hmm. да, но тем не менее все равно это много с, с точки зрения там э, да нет, по, нет Я всей. просто погружение в футбол, опять-таки, я когда был там тоже горы, мы ездили, любой человек, даже как вообще не по, не по футболу мы там ездили. Все знают Суас про восходь, футбол. Да. Все узнают, все спрашивают там про, про российский футбол, про Аланию, про РПЛ. Да, про воспитанника, да, да, про вообще. всех, про я, сборную. я такого нигде не видел. Поэтому пожалуйста. и важно, чтобы там была команда премьер-лиги, потому что та атмосфера все равно на трибуне. Вот, mm -hmm. э, наверное, крайним кто был в Осетии на стадион. Mm -hmm. Наверное, mm -hmm. Дима, наверное, mm -hmm. да, а, получилось. Да. Да, 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 потому, потому что после этого на стадион, стадион разобрали. Там, да, и да. вот да. какая атмосфера была в тот момент, ну, это словами не передать. Это опять же после длительного периода, там, когда уже футбола не было, банкроты были, пять лет не было команды и так далее. Костя, привет! Ола на Белитон! Ола, ты знаешь, что у Казанского день рождения и мы собираем деньги? Mm -hmm. Кто сколько может, но обычно все по 3000 рублей. Началось. Давай 3000 рублей. Сейчас. Это что? Это сумасшедший подгон от меня и Винлайн специально для Казанского. Целых три тысячи рублей. Не благодари. Костя, не дури. Дай деньги, пожалуйста. На подарок Казанскому. Брат, ну нет у меня налички. что ты привязался? Ну хорошо, переводом сделай. На телефон. У тебя телефон что, в руках. Ты приставучий, а. Ладно. Сейчас. Все, лови. Костя, это ты мне что прислал? Ссылка? Да, брат, это ссылка. Ссылка для получения фрибета для Казанского целых три тысячи рублей. Вот Винлайн. Костя, хватит. Нужны деньги на подарок Казанскому. что ты пристал ко мне? Ладно, могу вечером отдать. Точно дашь? Сто процентов гарантирую. Лас Пальмас выиграет и я тебе точно отдам. Все ясно. Давайте вот эту любовь всех людей в Осетии к футболу разберем Володь на твоем примере то есть твое детство. Как футбол пришел в твою жизнь? Ну, у меня, наверное, с рождения пришел футбол, потому что у меня отец тоже играл в футбол, оба деда играли. Я вот, сколько себя помню, в моей жизни всегда есть футбол. Я вот маленьким помню, там постоянно отец на любительском уровне это играет. Я всегда с ним всегда ездил, во дворе, на улице, дома. Ты сразу стал вратарь? Нет. Не сразу, но... Говорит, Когда бегать надо было уже много, тогда да. я. Нет, просто, я туда... просто, знаете, какую историю хотел да. рассказать? Вот про любой футбол. Вот, я уже с министром была рабочая поездка Виталия Леонидовича Муткова в Северную Осетию, а он в качестве вице-премьера правительства, но совсем не связанного со спортом. У -у -у. Он тогда курировал строительство, там что-то вот ЖКХ в этой сфере. То есть там не про футбол вообще было. А, ну, мы как бы общаемся, знакомы, да, там. И мне помощник Леонидович, а я не должен был присутствовать э, там в качестве там встречающих или там на совещаниях, которые у них рабочие были. И, ну, а мне помощник пишет, говорит, завтра совещание, будьте, типа, ну приедь, мы там будем в Мамисоне, Мамисон это где горнолыжный курорт. Приедь обязательно, там увидеться, поздороваться, пообщаться. Потом он мне говорит, на совещание обязательно быть. Ну, я приехал сначала, а я был в Москве в командировке, потом прилетел и поехал сразу в горы. Они мне говорят, на совещание приедь. Я говорю, хорошо. Но я говорю, просто там не в списках. Ну, типа, приедь надо. Ну, ладно, думаю, приеду. И сижу, и вот обсуждается рабочее совещание, обсуждаются там больницы, школы, стройки, нацпроекты и так далее. И Виталий Ильич говорит, ну, вот мы все обсудили, все рабочее. Вот хочу вот такой вот уникальный момент вам сказать. Вот, говорит, я, мы, говорит, пришли в онкологическое отделение больницы Северной Осетии. И встает больной, ну, который вот, ну, там, уходящий, так угу. скажем, да? Прискость. Палата, так себе. А ее как раз там реконструкция что-то этого отделения, по-моему, что такое было. И он говорит, встает больной, и я, говорит, думаю, Виталий Ильич говорит, я, говорит, думаю, сейчас начнет больной, там, говорить, вот у нас условий нет, оборудования нет, лечения там и Он мне встает и говорит... Помогите вернуть Аланию, говорит, в премьер Верните нам футбол, говорит. Вот он, мы, говорит, так любим Аланию. И вот он вот, вот это все начинает и говорит при главе, при этом. Мне кажется, тогда и, кстати, глава чуть поменял свое видение. Но возвращаясь вот к тому, как ты начинал. Когда пришлось много бегать, ты уже, значит, туда поближе. То А я так даже к бывшему министру на «ты». Нормально? Конечно, мы да? да, да. же да, быть. Может быть, ты будущий министр? Да, все нормально. Я вот стал ворота как-то. Как это осознанно-неосознанно получилось, не помню. Но стоял в воротах. Потом был период уже там ближе к 13 годам, когда мне надоело, я опять захотел забивать голы и начал играть в поле крайнего полузащитника. Но при этом мы поехали на какой-то турнир, у нас вратарь получил травму, больше вратаря не было, и мне тренер говорит, встань в ворота. Ну я встал в ворота, там что-то поймал, что-то отбил, и уже начал с этого момента уже осознанно получать удовольствие от игры в воротах. И... Слушай, ну, Но, это же достаточно поздно, 13 лет, да? Ну до этого тоже я что-то снял, что ну, 12-13, вот. а потом уже ну, началась смотри, такая вот, есть... вот работа целенаправленная, mm -hmm. да, с тренером вратарей. И я... Цитата. Антон э, Кирдикашвили, знаешь такого? Антон Кирдикашвили? Да. Ну, сходу же не вспомнишь. Написано, что сейчас таксист, в прошлом футболист. Типичная история. Если это об Осетии, то у нас 90%. Да? Да. Вот, бывшие футболисты. И 10% борцов. В прошлом футболист. За Габуловым в Маздоке очень следил отец. Мог прямо во время матча подбежать к нему, подозвать к штанге и надавать пощечин, если он плохо играл. Правда был <свист> такой? Ну не, за плохо играл нет, пощечин тоже нет, но мог получить так, хорошего нагоняя за неподобающее, пощечине, да? <свист> <свист> неподобающее поведение. То есть если где-то там, ну я такой задиристый <свист> в детстве был, если где-то подерусь, и не, ну в общем вот, вот эти вот, за эти вещи отец сильно наказывал, за игру никогда. Никогда. То есть поведение вне поля, да, получается? И, ну, иногда и ну, на поле, поле да. он, но не по футбольному. Да, Кавказ, у да. нас на поле а и это часто уже, иногда. Я понимаю, да. Футбол в борьбу, борьба в футбол, переходили. За то, как разбивал сразу молодого парня. Но отец действительно жестко, да? Это пресекал жестко, да. Воспитание вообще у нас с братом, оно жесткая в плане того, что поведение она должно быть во главе угла. У тебя в семье сразу приняли, что ты стал футболистом? Мама, наверное, в детстве так не особо поддерживала эту историю. Ну, понятно, что потому что травмы, потому угу. что разъезды, потому что там и так далее. Особенно вот запомнился такой эпизод, когда я там, не помню, сколько лет было, это, может, уж класс пятый либо шестой, не помню. Аппендицит мне вырезали, и... а наша команда ехала на турнир. И я вот очень хотел поехать на турнир, а мама просто категорически не пускала, не пускала потому что там мне месяц вообще футболом нельзя было заниматься. Ну и желательно там вот mm -hmm. эти все моменты избежать. Но я, в общем, маму не послушался, и разрешение папы взял и уехал. Ну, футбол не играл, но просто поехал на турнир чтобы с командой. И вот мама это сильно не одобрила у нас, когда она. Подпортились отношения, а, ну чуть обиделась да на да. меня после этого, ну я конечно это все осознал, что так тоже нельзя поспать, потому что она mm -hmm. учитывает мнение мамы mm -hmm. и по сей день учитывает. А, а в каком возрасте ты понял, что футбол это будет твоя профессия? То есть пока все дети все играют, ну это как бы выглядит, ты правильно сказал, такой клубочек детишек бегает, да. все пытаются гол забить. А вот когда ты понял, что это может там приносить деньги, помогает содержать семью, что ты в принципе вообще свяжешь свою жизнь да, вообще с этим. это работа такая. Посмотрите на ситуацию, да, я там молодой мальчик, маленький мальчик из провинциального города Моздока, это там 90-е годы. Тяжелая жизнь во всей стране, а в нашем городе еще тяжелее. Да, Алания там существовала Спартак, Лигу Чемпионов. Это все на виду, это мы все прекрасно смотрели. И чтобы это воспринимать как профессию, футбол, ну это было ну, из области, наверное, там какого-то космоса, да, то есть это не, нереально было это воспринимать. Как мечта, она у меня была с самого раннего детства, как я вот начал себя понимать, там, позиционировать что-то, о чем-то мечтать в жизни, да, глобальном. Вот она у меня была с раннего детства до того момента, пока там сборной не сыграл, да, условно. Чем старше становился, тем осознаннее я мечтал об этом. Мечтал, мечтал, а потом уже, соответственно, к концу старших классов уже когда меня начали приглашать во вторую лигу футбольного клуба ⁇ Моздок ⁇ который выступал в то время во второй лиге, приглашать на тренировки, то я уже, конечно, это уже профессионально начал воспринимать и старался делать все для того, чтобы сначала зацепиться там, а потом, когда поступило предложение, когда я уже играл за Моздок и приглашался в юношескую сборную страны, и поступило предложение от Динамо -Сква». Ну, но это было вообще какое-то наверное, запри... mm. запредельное восприятие. Ну причем что любопытно, сразу после Моздока Динамо, да, там не Спартак, да, а ну, «Спар а, да, ну а, понял, там да не Алания, а, да, да, а именно Более того, динамо, у меня Московский Динамо, и Спартак тогда тоже было предложение, да. Алания не было, а было вот Спартак. Даже вот я когда был во второй лиге, ну вроде бы я молодой еще парень, там понятно все, и вроде бы уже играют. я все равно себя не Воспринимал это как профессию еще, то есть ты все равно не осознаешь, что ты уже стал футболистом, да? То есть, э, ну, это вроде есть, а вроде это может в любой момент прийти. А что ты еще мог, вот, например? Э, вот, если бы мог. Мог, ну, конечно, я там поступил учиться, потом на заводчина угу. и так далее. Э, но это было все неинтересно. Понимаю, понятно, угу. что там, наше поколение, там, все мои сверстники, кто был э, привлекался к команде. Жили только футболом, да. То есть просыпались, засыпали, там, обедали, ужинали. А может, костя не немножко другое в виду. Кем а бы был. Да, кем бы. Сложно сказать. Сложно но сказать. Но у тебя, ну, тебя было. направление было какое-то? Ну, да, образование, но я пошел на экономический факультет. Ну, это абсолютно неинтересно. Ну, не факт, что я бы там работал в этой сфере, может, таксистом бы стал. Володь, мы для тебя подготовили еще одну классную рубрику. Ты всегда был супер вратарем с отменной реакцией. Прошло несколько лет, как ты завершил карьеру. Мы хотим проверить, Перчатки насколько есть? ты сохранил свои навыки. Давайте посмотрим, что из этого получится. Итак, обещанный конкурс. Мы сюда приволокли это нечто, которое помогает <recyc�is> развивать и, это и тренировать. Владимир Габулов точно Это нечто, тоже в черном, которое помогает спортсменам, не только, кстати, вратарям, развивать реакцию. А, нажмешь на кнопочку, раздастся сигнал, и начнут падать палки. Их надо ловить, все очень просто. Честно говоря, когда я смотрю, все, Кость, это выглядит как спор. Не звучит, но выглядит. Ты всех пытаешься убедить, что закончил со ставками, мы все притворимся, что верим тебе, но здесь я обязан предложить тебе спор. Давай, чем-то это напоминает ЖКХ, сосульки ловить. Ну, давай, я думаю, Ведь что Володя, Володя да? поймает да? меньше четырех с половиной. Четыре. Меньше 4,5. Okay. Меньше 4,5. Ты больше, да? да? Я ставлю больше. Ты ставишь 5. Все, отлично. Ну, На что? 5. На ковырок здесь. Давай. 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 Готовы? Давай. <гас> Главное, чтобы я был готов. Давай. Раз. Два. Три. <гас> Четыре. <гас> Поймал. Нет! <гас> Пухленький, давай! Сиди! Вот так и в сборную не верили! Такие, как ты, не верили в сборную бы Такие, как я, не верили. Он прав! Он просто, это же не мечи! Мечи бы я не поймал! Это палки ловить давай. Такие, как я, не всегда верят в министров. Даже бывших. Давай. Так, хорошо, что я должен сделать. Очки сними. Зачем? <связь> Ах ты! <связь> <Атлет>! <связь> ты из Моздока переезжаешь в Москву. Ну да. да, но вот как это? Это все равно, что на другую планету. Да, так, так это и было, да. Головка нет, там по... первые Нет. Дни. Это, не крутилась, не вертелась. Она крутилась, вертелась, но в то время особо и соблазнов не было. Да? Но, но они были, были всегда Другого всегда, уровня. Да, да, да. Они, они были всегда? Были. Не хорошо, они были, но мы шла. их не замечали. Да. Нет, ну просто еще тебе было 17. Да, 17 да. лет, кстати, 17, а 17 лет, плюс у нас тренер был Тренер Газаев, точно. И когда были тренировки... Еще камер не было у него. Горгича, были. Да, то есть, да, там мы и не нужны были. То есть тренировочный процесс был построен так, что ты кроме Сильных кровати важен, да? и футбольного поля не видел ничего в жизни. Даже для вратарей? Абсолютно. Как да. это выглядело? А вратари врат... делали вратарскую работу, а еще потом выходили, когда фальтрек, вся команда да. бежала, и мы в полном объеме еще добегали. Мне знаешь, что рассказывали про Газаева? Что вот, как он формировал коллектив. Если приходит кто-то новенький... Ему тяжело, то есть прям вот очень строго спрашивают, за всем следят, ругают, там наказывают и так далее. Но если ты как бы попал в компанию людей, которые с ним уже прошли многое, то тебе на что-то могут закрыть глаза на какие-то твои проступки. Вот когда ты почувствовал, что ты для Газаева стал своим. А я вообще не согласен, что у него такое было. Даже опытными, которые очень много прошли с Валерием Георгиевичем, иногда доставалось. То есть иногда фокус пал на этого футболиста, если это касалось особенно какой-нибудь там игровой дисциплины или тактической задач, и этот футболист не исполнял раз, два, три, то мало могло не показаться и там и Шемберсу, который очень долго, да, там, и Гусеву, и... это уже бытность ССК. А был ли кто-то, кто позволил себе, может быть, даже поругаться с ним в открытую, пойти с ним в какой-то конфликт? Потому что, ну, он для и всех, опять же. Вагнер, только Вагнер. он уйти не мог. Да. Ну, есть, понятно, он да. мог себе позволить все, что угодно. Он но газа, Валерий он, его, на, его настолько любил, да, что ему. Ну, срок, ругался, да, да. Ну, на повышенных тонах там были разговоры, но ну, потом и... они все это на шутку угу. обнимались, руки жали. И, но это всегда было во благо команды такой, такие эпизоды. Да. иногда спорта, в Иногда спло сплочение тоже имеет важную вещь. Ну, хорошо. А воспоминаний карьерных больше откуда? Из какого клуба? Позитивных или негативных? Позитивных. Позитивных. Позитивных, ну, конечно, ЦСКА, да, потому что это было. Это было просто Это какой-то космос был, да, вот <nossa> в тот период. Сегодня это кажется, как будто этого все не было. Это так было давно, да. Возвращаясь к тем воспоминаниям и вообще к тому времени, да, там в своей голове, там какие-то фотографии, что-то видишь, происходило такое. Чего до этого в нашей стране не было, да, ну, не знаю, в советскую бытность, mm -hmm. о, в российскую бытность, по крайней мере, и Кубок УЕФА, да, там и Лига чемпионов, плей-офф, и... суперкубок, да, Евровиден, плей-офф, да. да, и суперкубок, и регулярные чемпионства, там, и э, три трофея за сезон, да, и вот это вот, оно все вот так шло одно за одним, накатанной, как будто так и должно было быть, да, но эмоции от э, каждого этого эпизода, несмотря на то, что даже что я там не играл, да. Это было, ну, просто забыва... незабываемо. Да, потом ты это все анализируешь уже, как что все происходило, которые э, ребята с тобой в коллективе были, как все росли, как ментально все развивались, как э, уровень мастерства у всех рос, да, и вырос да, до такого уровня, которого до этого, допустим, в российскую бытность не было ни, ни у кого. Ну, вот ты сам говоришь, э, так вскользь получилось, но тем не менее, несмотря на то, что играл мало, да, да. Не, не очень много. Расскажи нам, что это вообще за история, насколько тяжело психологически, как угодно, когда ты понимаешь, что есть топ-вратарь, да, по меркам европейским, да, вот он Акинфеев, и ты тоже сильный вратарь, но вынужден вот э, на лавочке просиживать немало времени, ждать шанса. Впрочем, ты и подстраховал, когда у него были травмы. Это очень тяжело, потому что каждый футболист, он амбициозен. И... Не каждый. Вон Чепчуков всю карьеру просидел под игре. Есть те, кому комфортно. Да. Э, ну, я все-таки считаю, что каждый, да, потому что У -у. он тоже хотел играть, и э, он тоже был амбициозен. Я, не, я уверен, что это его... Это не было его смирением, да, то есть он все равно ждал У -у -у. шанса, он все равно надеялся внутри, он все равно хотел... Просто амбициозность, она же проявляется по-разному, да. Э, со стороны, когда ты смотришь, да, допустим, на э, его ситуацию, и кажется, что он мирится, а я думаю, что нет. Ну, я работаю. Вот, тут можно поспорить. Он, там, что... Разные моменты. Ну, нет, моменты, может быть, разные, но одно дело, вот он же закончил карьеру практически сразу, да, ну там плюс-минус, э, как только ушел из ЦСКА. Вот тот же э, Помазун, который сейчас в Урале, uh -huh. да? он же тоже мог сидеть под игорем, никто его никуда не отправлял. Но вот он все-таки из этих комфортных условий ушел в Урал, получил свой шанс, там даже до уровня сборной пусть и в нынешних условиях с э, с да, дорос. Все же прекрасно понимают в ЦСКА, что вот есть Игорь и есть все остальные. Там кто-то может смириться с этой участью есть в такой теплой ванне сидеть, как Чепчугов. Я его ни в коем случае не обвиняю. Ну, просто удобно. Ты в ЦСКА, в Москве, хорошие условия, тебе там платят регулярно зарплату. Да? Ну, ты выходишь время от времени, когда там на кубок Игорь не захотел сыграть или там у него пятка болит. Ну, типа такого. Но в долгую ты вот карьеру себе так не построишь. Поэтому ты пришел в ЦСКА и сколько три да, года получается? Три года, да. Три года вот три, в тот период, да, три года. Вот просто чисто психологически очень тяжело. Да. Что Ой, делал? С кем, с кем общался? Как пытался? Во-первых, у нас коллектив был выстроен просто вот идеально, да, uh -huh. и э, весь коллектив команды и наш мини-коллектив вратарский, да, во главе которого Вячеслав Чанов э, находился, да. Э, у нас были отличные взаимоотношения э, среди всех трех вратарей, да, Ивения, Мандрей царство небесная, и э, Игорь и Кимфеев. Вот внутри нас не было такого разделения, там Игорь Первый, там кто-то второй, кто-то третий, да, то есть мы все три полноценные единицы были, да, играл Игорь, мы ему помогали, да, там, если не играл, кто-то другой играл, то же самое, в плане поддержки, в плане э, подсказа, совета и так далее, и это очень важная вещь, да, но находясь в этой ситуации очень тяжело, да, и я вот в какой-то момент я уже понял, что я не могу, то есть я просто не мог, элементарно вот у меня... Так хотелось играть в футбол, что я не мог смотреть футбол матчи. по телевизору, да. То mm -hmm. есть, когда ты, допустим, там на скамейке, либо там в тренировочном процессе, ты как профессионал, ты эти эмоции от, отметаешь, работаешь, выполняешь свою задачу, прогрессируешь, ну, самоотдача и так далее. Но когда ты приходишь домой и показываешь какие-то футбольные матчи, то ты не можешь уже смотреть. Вот мне настолько было это тяжело. Мне хотелось играть, и я понимал, что я уже готов, я хочу. Ну, стоит еще сказать справедливости ради, потому что до периода ЦСКА, когда я в 2004 году uh -huh. пришел непосредственно в команду, контракт у меня чуть раньше был подписан, у меня был там сложный период в Алании, когда у меня была дисквалификация 10 матчей, uh -huh. когда я то играл, то не играл, там борьба за выживание, а я еще молодой парень и не совсем справлялся ментально и психологически с этими моментами. Поэтому эти моменты и возникли в моей карьере. Поэтому, когда я туда пришел, у меня стабилизировался тренировочный процесс, ментально я себя поправил, психологически. С помощью Вячеслава Викторовича в том числе, да, плюс эти победы ЦСКА, которые тоже очень важно влияют на вот эту психологию победителя, которой сейчас не хватает некоторым нашим клубам, да, которая тоже формирует личности, формирует амбиции, формирует профессионала с большой, точки, с большой буквы этого слова. И вот э, с течением времени ты себя приводишь в порядок, и ты понимаешь, что ты уже готов, что ты хочешь, что ты больше не можешь сидеть. И я пришел просто в один момент, и Валерий Георгиевич это сказал. Через там, пару недель мне... Как он да, отреагировал? Он говорит, э, я тебя понимаю, э, я не хочу, чтобы так было, но я прекрасно понимаю, что вы троем уже не можете быть э, в тесно. команде. Угу. Да, тесно. Да. Я, говорит, прекрасно понимаю. А тогда были разговоры о том, что либо... Веня может уйти в Рубин. И я вот в этот момент пришел, просто сказал, что вот я уже не могу, хочу играть просто, но уже не могу. И мне там через пару недель позвонил Евгений Ленорович и сказал, что вот Кубань интересуется. Я, говорит, не хочу, чтобы ты уходил, ну, Евгений Иванович, вообще, он как вот такой большой отец тогда был, он, он да. вообще был против, чтобы кто-либо кто уходил из ЦСКА. Угу. Э, тот, кто душой прикипел, да, что их себя отдает ради ССК. ему не важно было, играет он не играет, главное, чтобы все были в вот, команде, да. все в команде под крылышком, чтобы никто не уходил в других команд, чтобы все были ЦСКовцы. При, при этом он понимал, что люди хотят играть, развиваться, и вот он... У нас рубрика есть как раз в тему... Она, мы сейчас тебе будем показывать футболистов разных, которые тоже выигрывали трофеи Но при этом не были игроками основного состава своих команд Давайте посмотрим Рубрика называется «Не первый выбор» Потому что тех игроков на самом деле очень много Это кар... российские футболисты? Или... Сейчас будем узнавать Я думаю, что не только Мы подскажем Юлиан Дракслер Германия, чемпионат мира 2014 По-моему, он играл Ну нет, по-моему, не Не, выходил Твой, твой, твой Выходил 14 матч с Бразилией. Но это играл? Выходил, конечно, все, играл, все, да, вопросов нет. Хорошо. Медалька на шее, вопрос. Я тебе так скажу, даже если вратарь не играл, он все равно играл. Они 7 1 выиграли, он вышел на 4 в конце. Вообще лучше. Выходил. Еще лучше, да. Хорошо. Пипоинзаги. Италия 2006. ну Но это легко, кстати. Ну, он... Нет. И Квинта -то тогда... Думаю, нет. Слушай, ну даже к, этот... Роналдо, Роналдо 1994 год. Он, там, там же гол тоже не Играл. А, подожди, 2006 год? Конечно. Играл. А, ну по, по итальянцам сам сам Нобиль, с тобой спорить не будем. Спасибо, Нобель. Спасибо, Ноб. 29 минут и гол. Да, гол сумасшедший. И сумасшедший? на добивание. На добивание. Не, 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 он его обвел. А, один обвел один, да? а, это просто сейчас на картинке подложили, да? Не, это обыграл он. Он же. обыграл его. Ну, я Чей понял, ходишь, понял, я понял. Прочим. О, Бернар Ломай, это, это вратарь легко. сборной Франции. Это да, легко, это, кстати. 98 -го года. Кто был в основе с Франции 98? Такой. Был, э, Прич, прическа. Бартез был, да. да. Ну, подожди, а он и... мог третью игру играть. Вот у меня кажется, я. еще не было этой, этой тенденции. Нет, подожди, а третья игра была с Саудовской Аравией? Нет, была вторая с Саудовской Аравией. А третья? третья была с Данией. С Данией. ЮАР, Аравия и Дания. Группа Франции была. Они, по-моему, три игры выиграли, да? Наверняка. Vale. Вышли точно с первого места, у них там потом программа. Я думаю, третью игру играл он. А. Ну, все равно играл, он же вратарь. Да. Ну, то есть это как у тебя на Евро, да, ситуация? То есть ты в заявке. На да. У меня много таких игр. А вот Сиригу. Италия, Евро 2020. Нет. А у них точно была ротация в третьем матче, но было тогда Сиригу? Нет-нет-нет, подумай. Да, играл? Подумай. Сколько? Подожди, ему, подожди. Евро 20, да? он такой возрастной был. Да, по-моему, третью игру, правда, он играл. Ну, давай, давай уже. Одна минута. А, а, красиво. На одну минуту, да, зацепить? Не, ну одна минута, это ну, через чего. Потом, когда будет Потому таксистом, потом, когда будет таксистом в Италии, будет рассказывать. Нет, там была история, что играл. Ему важно было сыграть. Они же играли дома в Риме в, в группе а, в три матча, да. И он что-то должен был сыграть, чтобы просто ну, для галочки. О, а, Лунин выиграл лиги. Лунин Лига чемпион 21-22. Ого! Ну, он тогда, по-моему, вообще третьим был. Он, он, вообще не в команде, возможно, был. У него были две аренды. Да. Это финал, где они кого обыграли? Ливерпуль. Да? 1-0 в Париже, по-моему. Там точно был день Куртуа, он 7 спасений сделал. Не, ну речь-то про весь турнир. Вдруг там Реал, например, вышел из группы, как он это делает за 4 и в шестом туре... А Куртуа нигде не мог быть удален? он же мог не в заявке. Он, вот здесь он не в заявке, видишь, в часах стоит. Это напрасно, как и детали. Еще смотри, форма без... А может, просто он рекламирует часы и после матча сразу надел. Ну давай. нет. И в кольце, кстати. Да, это, кстати... А, еще и кольцо, да. 0-0, значит, вы хотите. О, Скотт Крутой дядька. Выиграл Лигу Чемпионов. На секундочку. За Манчестер Сити. Это не шутки. Это Стамбул прошлый. Да. Коротко. Прошлая лига, да? да. Сейчас скажу. Не думаешь? А по-моему, вышел, нет? В финале, как раз. Да чуть Ладно, не играл. Нет, просто он выиграл Лигу чемпионов. Нет. Не играл. Да. А, Ну куда там, блин? В Кубке Лиги, значит, в Кубке Лиги играл. Он, да, в Кубке Лиги где-то выходил. А Дилерами? О, этот. Это величайший. Тогда в Сочи приехал. Легенда Сочи. Да, легенда Сочи. Нет, не играл. А, по парочку, Муж помыл Андерсон. Бывший, минут, да, по-моему? Не, не, не играл. А, да, я тоже. помню, да, его в Сочи брали тогда, еще говорили, что он не сыграл. Не Кепа. Кепа, по-моему, играл. Смотри, без кольца, без часов, да. с нашивкой. Да. Значит, где-то играл, да? А подожди, это Челси... Э... Челси Сити. Это, видимо, Челси -сити. когда Челси обыграл Сити, да? Да, Челси. -челси -сити. Играл. Да. Играл. Играл он. Он вот на да? серии пенальти, да. Играл. А, с Краснодаром. Краснодар. В финале не играл, В турнире играл, да. В группе. Меняли. Это величайший. Играл. А подожди, а кто привез? Кариус, да? Кариус, Кариус при, привез за год до этого. Да. В финале против Реал Мадрид. Да, Роман? Да, да, в Киеве. В Киеве, был. да. Был. А уже тогда э, Кариуса не было в следующий год. А, нет, а то там, был, там уже был этот э, Беккер. Даже 18-19. И уже, он в 19-м брюге пришел. Уже, уже Беккер пришел. Э, вот после Бекер. финала Значит, прошлогоднего не играл. пришел. Не играл. Ноль. Ну, как Алисон Бекера можно а -а -а. быть... И всегда интересовало, и все вратари, которые к нам приходят, я задаю этот вопрос, и у всех примерно одна и та же точка зрения. Могут ли между собой вратари, конкурирующие за место составить, дружить? Могут, могут дружить, но... Чаще не дружат чаще не дружат, да, ну допустим вот смотрите, у нас с Игорем по сей день, да, очень хорошие отношения, да, по возможности стараемся встречаться, общаться на разные темы, mm -hmm. там можем просто поужинать, можем там. Oh, да, я Игорь наоборот даже комфортно, когда а, ты бываешь вот в во вратарском, а, ну в команде в вратарем, mm -hmm. да, в проразарком. Ну мы, музее, да. потому что мы так было и сборная, у и ЦСКА, У вас какие отношения? У нас такие отношения очень они русские. сложились, понимаете, вот Игорь был, ему было еще там 16 18 лет, мы mm -hmm. познакомились когда Молодежной сборной я играл, а его привлекали как молодого. Uh -huh. Молодежная сборная. Да, uh -huh. молодежная. Это был 2002 год. Были матчи потом, когда Игорь играл, потом Игорь резко выстрелил в национальной сборной. Потом я пришел с ЦСКА, и вот у нас вот отношения как-то там сложились. И на протяжении всей карьеры, даже когда мы там, я выходил за Динамо, он за ЦСКА, у нас вот такое мы друг друга подначиваем как-то, да, много ему ему и комфортно с Анжи такая же история, да, у нас Анжи, много раз да. историй было, Но да. ему, ему комфортно, когда ты есть в этом вратарском пуле, именно ты, насколько я знаю ну, мне сложно судить об этом, да. Я знаю, что я к нему с уважением отношусь, знаю, что он ко мне с уважением относится, и поэтому... Кстати, знаешь, не, никогда еще... не было ни с его стороны, ни с моей стороны каких-то там mm -hmm. пакостей, там недоброжелательных. Знаешь, что еще просто факт общее? У каждого из вас было неприятное столкновение с Велитоном. Ну, это уже было потом, когда мы да потом и после, мы... да, это это один из эпизодов да, нашей да. жизни да ну, как, я, как, я как? говорю вот они у нас отношения сложились наверное вот молодежной сборной когда вот как-то он, он молодой прижал я тоже тогда молодой был да но он чуть помладше и вот мы как-то там еще в, в тот период времени я сдружились. почему почему спрашиваю потому что например приходил Антон Шунин он сказал категорически нет Агацев говорил, что с Сафоном дружит. А, а, Агацев молодой, еще как бы правильно воспринимает. Жизнь еще не Да, А вот Шурин сказал, что между вратарями, конкурирующими за место в составе, никакого общения как бы внутри. Просто исключительно работа, друг друга косо смотрит. И я так понимаю, что у них с Лещиком вот сейчас такие отношения. У вас, да, тоже в Динамо с Антоном были? У меня с Антоном вообще ничего не было. Да, может, у Антона со мной какие-то моменты были. Ну, да. вот да. так по его словам. Я, да. э, ну, я всегда относился с уважением э, к коллегам, да. Угу. Я называю вратарей, которые находятся в одной команде, не конкурентами, а коллеги. Угу. Потому что как человек воспринимает эту ситуацию, так э, у него и складывается, да, там, отношения. Я воспринимаю исключительно как коллеги, никогда как конкурент. Конкуренты — это клубы, э, там, или конкуренты э, за место в турнире таблицы и так далее. Я так воспринимаю. Угу. Криво не смотрел никогда, Пака синел. У меня бывала защитная реакция, когда я чувствовал какие-то моменты или видел или кто-то проявлял. Ну тогда у меня в десятикратном У меня, ну и без имен, да, потому что это все-таки личное, когда это возникало. Это в какой команде, хорошо? Не, турнир. Да тут команду назовешь, вы сразу все прочитаете Не в московской команде. Давайте мы Давай. оставим на да, эту ситуацию. Нет, ну, просто... потому что это все равно это лично. Да. А, и когда такие ситуации возникали, но ну, у меня реакция была гораздо э, резче. Да? Ну, хорошо, и ты не называй, я, меня, просто расскажи я нам. Я вс даю... суть ситуации, чтобы мы поняли, как бы о чем примерно. Ну, идет опять речь. же, это все было э, на основе Клей того, что тренер них. выбирает меня, а не его. Да? И человек воспринимает эту ситуацию э, лично между мной и им. А, а подляночка нет. может какая-то быть? Или, может быть, ты слышал вообще в мире футбола, чтобы между вратарями. Просто, Володь, если честно, и вот ты сам сказал: я тебе охотно верю, что не бывает неамбициозных, да. Все хотят играть. Конечно, конечно. Даже 17-е вратари на банке, молодые и так далее. Ну, хоть раз за бывало же, наверняка, такое: сидишь на банке и думает: пропусти. Не, смотрите. Ну, это нормальная, как сказать, нормальная мысль каждого человека, да? Допустим, да, амбициозного. Но силу своего воспитания и, как сказать, видов на жизнь, да, как ты видишь жизнь, ты должен эти вещи даже пресекать на корню, чтобы даже мысли этой не было. Потому что когда но, ты человеку понимаешь, кому-то, кому-то да. ты начинаешь желать плохое. Тем да? более своей команде, да. Ну, как я, как я воспринимаю жизнь. Кому-то ты желаешь плохое, да, тебе вернется Будем в несекратном, стопроцентном формате. И, ну и детей сейчас стараюсь так воспитать. Никогда не, не желать плохого, не делать плохого людям. Смотри, Шунин в интервью сказал что у нас была конкуренция, которая нас подстегивала, и э, я так понимаю, Помогу. что да, это нормально. И такая же конкуренция у него сейчас там у... с Лючком. И, возможно, эти две ошибки, которые были у Лючка, ну, не знаю, Шуни там сидел, не знаю, так ли это не... Но он сказал, что после того, как ты закончил играть, вы уже где-то встретились, чисто случайно, в Дубае, да, по-моему, или в какой-то гостинице. В Дубае. Да. да, и так мило пообщались, все это повспоминали. Не, что? ну смотрите, я прекрасно понимаю, потому что, ну, я же опять же говорю, да, не каждый человек может справляться вот да. э, с той ситуацией, когда ты не играешь. И в «Динамо» всегда происходило так, что чаще всего, да, когда тренер выбирал меня, а не э, Антона, да. Э, я много разных ситуаций знаю, опять же, которые, может быть, были на самом деле, может быть, не были на самом деле, да, э, касательно нашей конкуренции. Не уверен, поэтому не могу о них говорить. Очень надеюсь, что этого не было на самом деле. Ну слухи разные находили. Ну он проходил счит... к руководству, видимо. Я считаю, что <с ну такое не должно происходить, все равно должно определяться на футбольном поле. Просто у меня вот ситуация в команде была, там, например, с вратарями. Один вратарь вот занял эти ворота, и другому говорит: иди, ты встаешь в те. Он говорит: схерали, я хочу выйти. Он говорит: нет, в этих воротах я буду стоять. И и все. Нет отношений. А на Ну, практически, да. То есть, вот даже на таких мелочах. Там, а, вратари... Бывало такое. Сейчас ты меня сейчас напомнил, правда, такое. Было? Да, бывало. Это так. же мы с Шуниным как раз. Не только, не, Почему? Не только с Шуниным. мира 2018 года. Снова эта история возникла пару лет назад по поводу паненки Смолова, да, его удара. В матче против э, Хорватии говорят был конфликт у, у тебя с ним. У меня не может быть конфликта. К нам Федя да. приходил в Коммершоу вот, несколько месяцев назад буквально. Он сказал, что ты ему что-то в душе там очень жестко высказал после да, матча. И по потом он дал интервью и ты отреагировал следующим образом: он так и не сделал правильных выводов. Сплошное я для него я больше, чем команда. Но все же получается какой-то конфликт был. После этого. Нет, э, ну давайте так скажу. Конфликт, э, конфликт это слишком такое, такое масштабное значение mm -hmm. э, или как смысл mm -hmm. закладывается в это слово. Было высказывание с моей стороны. Э, что именно было претензия. Ну смотрите, э, все-таки это это такое внутреннее, да. Э, не, это и, поверьте, это по, по, не, поймите, это правильно, да, что, это не по, в, поймите правильно, и да, что внутреннее, но для страны Поймите почему. Это внутреннее между мной и им, и это внутреннее того коллектива, которое было тогда на чемпионате мира. Да? Потому что оно вылилось там, в понетку, в высказывания в душе, в раздевалке и так далее. Но это все равно внутреннее перед этим была очень длинная история взаимоотношений там формирования там коллектива подготовки сплоченности э, настроя и так далее там но много факторов там игра команды в том числе да в первую очередь наверное если я сейчас буду говорить только об этом не говоря о том что было до этого потому что э, гораздо важнее что происходило до этого, да? Как как формировался у нас коллектив, как мы готовились к этому чемпионату мира, как ты нас, про как нацеливались вообще про всю историю, не, потому здесь... что а вы вспомните до чемпионата мира, что происходило? Ну одни и поражения, не, одни, одни поражения, но ну, ну, просто хочет разобраться да, да, да. конкретно хочу, в этой ты говоришь, ты говоришь. Да. Ты говоришь а, но я, по-моему, там все сказал. Правильных выводов да. сплошное я. Для него я больше, чем команда Вот ты можешь здесь, ну там же все как бы. четко все проговорено. То есть ты считаешь, что вот он был тогда не, а, не, максима, не командный игрок, или как правильно сказать, больше, чем, я больше, чем команда? Ну, восприятие ситуации было такое, да. Ну, видимо, после неудачного матча в Саудовской Аравии, когда он был заменённый, потом Дзюба выиграл ситуации? место. Ну, смотрите, и... я сейчас говорю про человека за спиной, получается, вот сейчас, да. Если да. бы Федя сейчас здесь за столом находился, мы бы эту ситуацию, может быть, обсудили, ну, У нас да? уже тогда бы не вода была в Это как не, почему? Как бы вот я вам сейчас, может, идею там на будущее, я говорю, это... сейчас Федя закончит карьеру, вот вам тема для разговора еще одна. Ты придешь. Ну, обсудим... Отлично, эту ситуацию, супер. Да. у нас будет эфир... Нет, просто обсудим. Ну, на самом деле, э, окей, мы, мы, Понимаем, понимаю, понимаете, плоскость? почему да, я не могу сейчас это говорить? Я тогда это ответил, потому что Федя как бы вынес это на общественное обсуждение, да, на медийный да. Уровень, да. уровень, хотя ни я об этом не говорил, никто, ни те ребята, которые в раздевалке тогда были, ни тренеры об этом. Ну, то есть та ситуация была неизвестна, пока о ней не сказал Федя. И я за нее тоже не говорил, потому про нее не говорил. Uh -huh. По-русски правильно так. Мы иногда с Нобелем ошибаемся. Самое главное, что мы вас понимаем. Не, у тебя еще одно высказывание, опять-таки, твое по поводу... Это ответные мои все высказывания. Я старался никогда не выносить Хорошо, но ты говоришь про Федотова, вот про ЦСКА. ЦСКА не чужой клуб. А здесь это другая история. Ты говоришь, он не подходит ЦСКА по масштабу... Это мое личное мнение. Супер. Давай это, это обсудим. И амбициозности. Давай. С Игнашевичем клуб может стать чемпионом на долгие годы. Ты считаешь, что э, в ЦСКА должна быть смена тренера? Если не будет результата. Я там, по-моему, дальше тоже об этом говорил. Это вырвано из контекста. Вырвано цитату я считаю, что если результата не будет, а результат в этой ситуации может быть только трофей, да, либо mm -hmm. чемпионат, либо кубок, для ЦСКА других просто результатов не может быть априори, потому что это, как говорится, в крови. В крови да. Да. И тогда да. А тебя не смущает, что в ЦСКА уже был Березуцкий, И именно Игнашевич, у, да. Улич, ну, сейчас, подожди. Что до попадания в призеры при Федотове в прошлом сезоне... ЦСКА пять лет не был в призерах. Времени было такое. Да. И то есть этот тренер, который сейчас вернул в очень непростых условиях, там, с минимумом трансферов и так далее, но вернул. А Игнашевич уже, например, поработал с Торпедо, вот с Балтикой непростой для него был сезон. Ну, может быть, еще пока... Я оцениваю, ну вы, вы как журналисты абсолютно правильно... Э, Расставляете смотрите. акцент? Да, да, то есть то, что на поверхности, да, я чуть-чуть угу. глубже, потому что знаю там человеческие качества, профессиональные качества, да, Сергея Гнашевича, и то, что я вижу там на протяжении карьеры Федотова. Опять же, это лично мое мнение, да? потому что то, что было в Сочи, то, что было в Еврокубках, mm -hmm. тактические схемы. Ну, то есть анализирую вот эту всю ситуацию, там, замены, поведение в ходе матча, там, настрой команды, мотивационная часть команды. Вот эти вот все факты я в кучу собираю и делаю вывод, который делаю, mm -hmm. о котором сейчас сказал Нобель. Вот мое мнение формируется на основе этого. При этом я знаю очень сильно очень хорошо Игнашевича как футболиста, как профессионала, как тренера, потому что мы учились вместе на категорию А. Очень внимательно слежу за его работой, бытность тренером «Торпеда», Балтики в ФНЛ, Балтики в Премьер лиге, сегодняшних результатов. Да, у него нет бэкграунда там, в виде там, серии, медалей российского чемпионата. Ну, ну, так. Я считаю. 15, 15, 15 тренеров таких у нас. В, и... Я считаю, что. РПЛ. Я считаю, что медали в сегодняшнее время в российской премьер-лиги не значат ну, абсолютно ничего. Есть только первое место и кубок. Все. Все остальное это абсолютно равноценно. потому что, ну, во-первых, мы немного закрыты, да, сейчас, потому что Уровень чемпионата очень сильно упал В связи там, с отъездом высококлассных футболистов да? Уровень в целом футбола да, Он упал в стране И поэтому все плюс-минус равны И выделяется только победитель кубка И победитель чемпионата Вот и все Анализируя потенциал и возможности Я считаю, что это не тот тренер Который может выстроить чемпионскую команду Как это было во времена Газаева там, Либо Слуцкого на долгое время Сейчас это невозможно а, без... при наличии такого «Зенита» Это вот, вот как раз таки сейчас это возможно. Это Я не считаю, что сейчас «Зенит» какой-то мега-мега-клуб, который даже в прошлом сезоне «Зенит» это... Ну, это но это был «Малком». Сейчас, сейчас, сейчас... это ну, абсолютно такая же команда, да, чуть-чуть мастеровиднее, чуть организованнее, mm -hmm. чуть там с большими возможностями, но абсолютно такая же, с которой можно конкурировать. Хорошо, вот И смотри. очень легко это может. Здесь вопрос психологии, подготовки... Э физически, там, функционально, тактически, но самое главное, ментально. Вот тогда у меня вопрос, ну, может быть, провокационный. То, что ты сейчас рассказал, красиво. Ты знаешь Игнашевича, знаешь его сильные качества, волевые качества, много вместе времени провели. Будучи президентом подмосковных Химок, почему Игнашевич не стал главным тренером Химок? Ну, не президентом, а генеральным директором. Ну, генеральным директором. Извини, хорошо. Генеральным директором Игнашевич по этой же причине. По какой? А по которой вы сказали, что он амбициозен, что он... Но ты... То есть приглашал, ты его звал. У нас был разговор, так, я не скажу, что я в качестве генерального директора озвучил ему предложение. Мы проговаривали эту возможность, да, теоретически. Но <связывал> он сказал что я не рассматриваю сейчас никакие предложения, потому что меня пригласили люди, у меня есть ответственность перед губернатором, перед руководством футбольного клуба Балтики, у меня задача вывести клуб в премьер-лигу, и я сейчас не собираюсь рассматривать никакие предложения. И это делает ему честь. Понятно, что химки в той ситуации были, ну, так сказать, не лучший вариант. В зоне турбулентности. В зоне пике, я бы сказал. Там уже не турбулентность была, да, там и по календарю, и по игре и по всем остальным моментам. Ну, удалось спастись, там, сохранить команду не, неимоверными усилиями, все понятно. Но в нашей жизни все делается всегда все к лучшему. Поэтому Игнашев сделал абсолютно правильный для, для него выбор. Но, то есть, разговор Может быть, не был. для меня, да, да как будущего генерального был. директора. Да. Но ну, возможность мы это обсуждали. Но у тебя был потрясающий опыт еще в профессиональной карьере. Это, конечно же, этап Ванжи. Там mm -hmm. чего только не происходило, хочется поспоминать какие-то истории там, про Роберта Карлса, про это он. Но, насколько я помню, ты был фигурантом конкретной истории, когда группа футболистов Анжи прилетела на вертолете в Кратово mm -hmm. на тренировку. Была, да. Ну, маленькая группа. Вы опаздывали? Три да? человека. Нет, мы тренировались в Кратово, жили в Москве, да, там я там в Новогорске жил, Юра Журков жил в Гранд-парке, по-моему, это там ленинградское шоссе в той стороне. Ну и добираться до Кратова очень далеко. Утром это два с половиной часа туда, обратно там от трех с половиной и больше, да, То есть мы накануне ехали назад сумасшедшие пробки, там четыре с половиной часа ехал, я посмотрел два фильма в машине, книгу почитал, уже не знал чем заняться в машине, ну, и приехал, лег спать, и утром мне опять надо было. Я в дороге еду, я говорю, Юра, звоню ему, говорю, Юра, я говорю, уже не могу, я говорю, давай завтра на вертолете полетим. А как тебе эта идея пришла в голову? Звоню. Ну, она вообще изначально пришла, потому что, ну, я знал, что Кратово далеко, там, мы когда обсуждали, будет ли такая возможность, мне сказали, что будет, ничего страшного. Ну, и, в общем, решили попробовать. Я звоню начальнику команды, Дима Балашов тогда, я говорю, Дим, я говорю, мы завтра на вертолете прилетим. Там что нужно для того, чтобы призелиться? <связать> 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 Он думал, что я шучу. <связать> Он говорит, да, да, давай, конечно, все нормально. Он думал, я его подкалываю. <связать> <связать> а, брат мой, Георгий, тоже в Анжи тогда был. И вот я говорю: летим завтра. Он говорит, летим, а ему чуть ближе там тоже их. Они, кстати, рядом, по-моему, с Юрой жили в метро аэропорт. Я Юрий говорю, что летим? Он говорит, да, летим. Ну, мы скинулись. Я позвонил в вертолетное такси. Оно, кстати, есть такое. Uh -huh. Да, есть, есть. Да. да но, Слушай, даже, на... даже Павлюченко, Самедов и еще кто-то прилетали на матч. Прилетали на, на Нагинск, да, Нагинск, да. нет, на Нагинск. Или Нагинский, или Ариховский. Точно да. не помню. Они, чтобы сократить это, дорогу, больше 10 лет прошло. я да, Сейчас вспомнил, 12 да. лет назад это было. Так, и в итоге ты позвонил? Вертолет? Я позвонил а, я, я заказал. Вы... Я говорю, нет, сначала позвонил Балашову, начальнику да. команды. Я говорю, так, так. больше, надо все-таки согласовать. Он говорит, да, да, давай. Я говорю, ну хорошо. Звоню в на такси. Я говорю, можно на завтра там забронировать там перелет от Сити до я сказал Стадион Сатурн, потому что я Кратова не знал как точку эту там мы э, сверху где, покажем где да, так да. и было так и было он говорит ну хорошо я закладываю тогда говорит туда я говорю просто я точно не знаю мы сверху я покажу где можно приземлиться а мы я реально на Стадион Сатурн хотели приземлиться и Балашов сказал по центру поле не не там парковка есть на парковке большая площадь свободная и можно было там безопасно сесть и я Балашову говорю, машину, если можно будет, микроавтобус пришлете за нами, чтобы до Кратова, а там пять минут ехать. Он говорит, да-да, конечно, летите давай. Ну, ладно, летим. И вот мы летим. Я ему звоню с воздуха. Подожди, еще раз, в самолете ты, брат и Жарков. Да, он как раз четырехместный, еще пилот с нами. А там лететь 20 минут. И подлетаем за 10 минут. Я говорю, Дим, пришлешь машину, пожалуйста? Я говорю, мы подлетаем. Он говорит, ты что, серьезно ругаться на меня начинает? Говорит, я говорит, думал, ты пошли. Я говорю, да правда подлетаем? Он говорит, да нет, хватит. <laughs> Ладно, сейчас, говорит, пришлем. И мы летим, и получается так, что пролетаем над базой. Я говорю, вон наша база сверху. Я говорю, давай, может здесь, потому что далеко, там машины что-то неизвестно И он вот так заходит на посадку, а там на базе в Кратово есть пруд он во льду весь был, и тропинка так чистили как раз ребята рабочие, чистили снег. А тогда, 12 год, еще так сильно не распространены были у всех смартфоны, камеры и так далее. И он заходит на посадку, и хочет сесть вот где как раз пространство, а это пруд, лед. Я говорю, сюда не надо, не садись, сейчас провалимся, там вода, лед. Он говорит, а, ну ладно, и повернул такой, и на тропинку садится, ребята они побросали лопаты эти свои телефончики достали, начали снимать. Подожди, а тренер Анжи Гус в тот момент. Гус. И да. как тренер реагирует? Сейчас я, футболисты сейчас него... прилетают на вертолете. Ну сейчас я вам это вообще ну, уникальная реакция была просто. С косметичками выходим с вертолета на Омниках, и просто вся база на нас смотрит. Фурор в раздевалке, опять все иностранцы, даже то, говорит, Фантастика. Ушел, я до такого не додумался, как вы устроили. Но это мы, Серега, то есть вообще без какого-то заднего умысла, там, плохого умысла, просто. Сказать сколько стоило? Ну, в тот момент, ну, не помню, 1050 или 60 рублей. Ну, где-то то есть две тысячи, на, тысячи на, долларов. На троих. 2000 да. долларов, да. да. Две тысячи на др... троих скинулись, да. Ну, 2000 да. долларов, да. мне кажется, для того времени футболистов. Не, ну, прости, если каждый день тебя на тренировку добирают. Нет, это а было, не, это... Там уже Не, это... Там были критические дни. Хухры, как не критические дни, были такие сложные дни. Уже вертолетные баллы накапливаются. Когда сложно было на машине ездить. Только в эти дни можно было. Ну... Ну, нас быстро вырезали с этой истории. Ну, там еще много чего происходило. в день я, 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 происходило я, много. Что гус, гус сказал? Гус, Гус, что сказал? А, ну, в общем, и фурор в раздевалке, футболисты, все, шутки. Арсен Акай вообще нас там э, уничтожал. <laughs> Тренировка также прошла под, э, под темой вертолета. Ну, мы как ни в чем, не стараемся абстрагироваться, потому что профессионалы работают. Ну, я пришел в тренажерный зал, занимаюсь в тренажерном зале, э, и смотрю в окно, раз, вертолетчик взлетает и улетает. Они он взлетает и, короче, за сбор такой взлетел и припарковался возле въезда на базу, там, где машины стоят. Думаю, что он делает? Потом узнаем, что оказывается там все службы без согласования на эту территорию приземляться нельзя. Там всех на уши подняли, чуть этого вертолетчика бедного пилота не арестовали. Ну, удалось этот Балашову вопрос решить с руководством области, там я не знаю, уже с кем они там решали этот момент. Тренировка закончилась, все, мы обедаем и улетать назад. И гус на обеде подходит. Он за все время не сказал ни слова. А вот туда обратно сказали, сесть". да, сесть? Ну, конечно. Да. Да. А а Подождите, эти деньги стоили вот Да обратно, обратно. обратно. Тем более, вы же без машины все в этот момент, правильно? Как еще да, да. Ну, на электричке могли. Ну, это вариант. Если да. бы если пилота посадили... Вот она жизнь. Вот она жизнь. Либо на вертолете, либо на электричке. Гус за все время не сказал ни слова. Тренировку провели, все серьезно, все, ну, то есть не до не по ничего. Вот мы идем, я стою на обеде, накладываю какую-то там пасту или что-то. Он подходит, подходит сзади опять вот там что-то ударил или как-то. Ну как он любил mm -hmm. делать там по ребру что-то. И он говорит: Габу плейс, no more хеликоптер. А я такой, ну он так это добродушно сказал, потому что я не ну, думаю, ну опять шутит, наверное. Mm -hmm. И я ему why, мистер, типа почему <laughs> что? Он говорит: Плейс, no more. Так серьезно я говорю: Окей. Okay. Я все понял, говорю. Ну, то есть он так вот так спокойно сказал, и все. Я понял, он говорит, ну, он не стал объяснять, потому что опасно, потому что там еще какие причины. Он говорит: не надо, говорит, типа, взлет, посадка. Все равно там какие-то есть Этот, Он говорит: не надо больше на вертолете плетать. Я говорю, все понял. Слишком много внимания. Ну, плюс уже да. А мы за внимание за то, что вот эта эпатаж какой-то вообще не закладывали никакой. Ну, мы не понимали, мы не думали даже, что это выйдет куда-то там из. За Да, как нет? Футболист Андреев... Смотри, во-первых, Смотри, у нас еще был открытый день тогда, у нас еще журналисты журналисты на базе были. Мы это вообще не знали. То есть, если бы это, конечно, знали... Нет, если бы это это сделал... Я, кстати, верю Володе, что это не было планом, потому что они же изначально хотели сесть около стадиона и доехать на да. Вообще бы никто не понял. А мы... стадион не мог сверху. Я ему сказал точку стадиона, не нашел. То есть он базу нашел, точку, когда маршрут прокладывал. А стадион не нашел. А скажи, вот в анжи понятно потом у тебя еще есть одна страница в карьере, это переезд в Бельгию, в Брюгге. А, Интересный в 3, период. В 35 лет вратарь, который поиграл в России везде супер репутацию, решил поехать в чемпион Бельгии а, на полгода, по-моему, если не ошибаюсь, да, Не, у меня контракт был два с половиной года, а полгода просто после да, чемпионата полгода. мира я решил закончить. Да. Да. Как вообще возникла идея именно с Брюги. Не, у меня мечта была уехать за границу. У меня был период в 2016 году, когда после Динамо у меня закончились контракты, и мы вылетели тогда. Ну, такой сложный момент, да. я переживал это очень сильно. Я хотел уйти куда-нибудь за границу, попробовать там поиграть. Mm -hmm. да, и, то есть, и там общался с определенными агентами, и просил найти какие-то предложения. Mm -hmm. Был какой-то интерес, но не, не срослось, да, там не с Турцией, еще где-то были... Сейчас точно же не вспомню. И получалось так, что в Россию меня там приглашал тогда Оренбург и Тула. Я не готов был опять бороться за Мне психологически тяжело было пока. И вот я три месяца до зимы был без команды. Потом я понял, что за границу мне не удастся трудостроиться, надо играть и продолжать работать, а там посмотрим. Но при этом я себе там цель поставил все равно уехать за границу. Вообще цель была стать чемпионом, хотя переходя в Тулу, я не понимал, как это возможно, и вернуться в сборную, да. Но это как опять же из области мечты, там цель ставишь, получится как. Но в итоге так сложилось, что я даже не знаю, как сложилось, но в итоге одно второе получилось. Что там больше всего удивило? Как вот это, что-то вообще само на самом предложении, самое, как вообще это срослось, Я, ну, я был сам в шоке, да, то есть я Пришел в Тулу, полгода там борьба за выживание, опять мы там из 16-17 по таблице с потенциалом там 12 игр осталось, надо сохраниться. Сохранились. Потом уже команда усилилась, Божевич пришел, команда неплохая стала. До зимы играли, и вдруг за два тура до зимнего перерыва сообщают, что мной интересуется Брюги, и он приедет. Это, то есть у нас игра со Спартаком дома завтра, а мне вечером об этом говорят. Приедет на игру со Спартаком, там селекционер Брюги, они хотят тебя пригласить. Мы 1-0 проиграли, правда. Ну, неплохая игра была в э, пощиколотку. А, это в, когда в дворе, Глушак забил в самом на конце. На последней минуте, да. да. Я расстроен, что Спартаку проиграли, все, сел в машину, поехал в Москву, в стул домой. Где-то проехал километров 50, мне звонят, говорят, а я уже забыл даже за это, что приехал селекционер, звонят, он говорит, здесь, говорит, хочешь с собой пообщаться? Я говорю, уже уехал. Он говорит, ну, повернись, пожалуйста. Я вернулся обратно в Тулу, где-то в кафе мы сели, пообщались, он говорит, ну, я на своем ломаном английском, он на английском хорошем, бельгийском. Он говорит, ну, типа, все устраивает, хотели бы тебя пригласить, ты как? Я говорю... Ну, сегодня, я говорю, мы проиграли, поймите мое эмоциональное состояние. Да. Я говорю, попозже вам отвечу, говорю, вообще, я говорю, мне интересно ваше предложение, но тут вопрос взаимодействия с клубом и так далее, как это будет. Он говорит, ну, мы тебя поняли, в общем, движемся дальше. Я говорю, ну, хорошо. Мы сыграли последний тур перед паузой через неделю. Я прилетел в Москву, и мне вечером звонят, завтра надо лететь в Брюген на медосмотр и подписание контракта. Я говорю, ну, хоть можно давать послезавтра? Я говорю, только прилетел, ночь не спала, мне рано утром. Говорит, нет, ну, и, в общем, так, полетел. Пришел медосмотр, подписал контракт. Нет, ты узнавал, как это вообще получилось? Что Брюге? Как... Я вообще не понял. Как... Кому, кому, кому эта идея да, что пришла за, в голову? Что это да, были да, за агенты? Это как были это... какие-то да. движения с твоей стороны? Нет, с это моей стороны брюги нет. Такой... Это, я, в общем, Брюги искал вратаря. Брюги искал вратаря, они обратились к Югославам, там сербы, хорваты, не помню кто, сербы... На Авито, э -э, ну, Черногорцы, ну, черногорцы, а не, нет, 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 у них были черногорцы и сербы-агенты, которые сотрудничали с этим клубом, да. А, эти агенты знали там агентов в России, в России. России да. да. Алана Гузарова. Спросили. Да. Они с него спросили, он говорит, вот есть возможность посмотрите да. там, а я, ну да. я и сборный был в тот да. момент, да, и они посмотрели там видео, там историю, там все остальное, потом приехали лично посмотрели. И потом я поехал, но у меня было такое длительное, помимо медосмотра, было длительное собеседование и с руководством клуба, и с генеральным директором, и со спортивным директором, и длительное общение с психологом клуба, что для меня было вообще вдиконько, я вообще не понимал, что это и зачем это. И что а, а что, что спрашивал нет, психолог? Нет. А, а, психолог. психолог, да. То есть для чего это, зачем, почему? Но, как мне объяснили, что это нужно для того, чтобы понять, как ты будешь функционировать или действовать в коллективе в той или иной ситуации, критическая ситуация, хорошая ситуация, сложная ситуация и так далее. И так далее. Это, То кстати, они... прикольная тема. Извини, просто добавление, потому что. Ментал да, коуч. Он называется этот. Текнезиан рассказал: что когда у него было собеседование, собеседование с Вердером, он как раз рассказывал, что вопросы были не про футбол, а на его реакцию, как он будет себя вести. Команда проиграла, например, три матча подряд. Да. Какое будет твое настроение? Один один. Как ты будешь себя вести в раздевалке? Там, например, ты забил автогол. Что ты будешь делать? Ну вот. Например, и на основе на самое... основе твоих ответов да. потом этот ментал коуч он составляет твой психологический портрет, uh -huh. как он, по-моему, так называется. Да. 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 И дается руководству тренеру в том числе для ознакомления, чтобы и тренер мог понимать, как выстраиваться. Но для вратаря это особенно важно. Ладно, про брюки. Да, да, про да, да. Мне да. просто рассказ какой-нибудь да. о. Да. Давай, на ну, самом как... деле, одном из самых красивых городов Европы. Брюги это действительно это невероятная архитектура, да. Ну, Брюги, чтобы вы понимали, это, по сути, там, маленькая деревня, да, то есть вот сам исторический Брюги, он очень маленький, там живет там 30-40 тысяч человек, ну, как Мазлоки у нас тоже так, то есть просто в Брюге... Ну, или как в одном доме в Марина. да. В стена, стена побольше. брюги чуть больше каналов, да, и чуть старше, наверное, этот город. А так, в принципе, как Мазок. И вокруг исторического Брюгге живет э, порядка 250 да, mm -hmm. тысяч человек. И э, вот они в основном его воспринимают как... Э, mm -hmm общей брюнге. Была какая-то история, когда ты хотел в командном чате написать Поздравляю, смс ку поздравить. Да. одну букву. И вместо «гайс» что то написал? Типа «гейс» или что да, у тебя получилось? Да, да, Может, это 9 был? надеяться. Да, как раз вручали лучших футболистов по итогам там прошлого сезона, по-моему. И ребята были на поздравительном там мероприятии и так далее. Ну, потом нас в группе все поздравляли, я тоже решил написать и как раз мое было самое... Есть же приложение, просто пишешь по-русски текст, он сразу же автоматически переводится. да. переводит. Ну, я да, мы знаем, в каких условиях ты это приложение использовал. Нет, каких? Даже мне интересно. Подожди, а как они отреагировали? То есть ты в команде час, как бы, условно говоря, написал Поздравляю, да, получилось? Или как это выглядело? Ну, давайте без... Получается, что гей. Да, поздравляю. А потом я сам, ну, я понимал все-таки графически что я совершил ошибку, думаю. Я говорю, Г -г -г ну, они реакция, начали шутить, окей, типа, Габу, спасибо, там, и что-то. Это как у Слуцкого, помнишь? Ну, я не помню, да. Я думаю, а что они меня, ну, издевают, ну, смеются, там, всякие смайлики. Потом я смотрю свои сообщения, думаю. Что-то они то пошли да? Чемпионат мира, ты попадаешь в заявку в итоге, и очень много критики было, это всегда смешивали с национальным моментом. Часто говорили о том, ага, Черчесов берет Габулова, потому что тоже осетин. Как ты все это воспринимал? Да не обижало я ли это. тебя это? Я вообще не обращал на это внимания. Тогда критика в сборной. Но ну я почему я вам говорю? Вы помните ли вы период до чемпионата мира, что происходило со сборной. Мы припомним, То, что было накануне ну, матча с Сальскарой. Костя сказал, что только проигрывали, да, а ну там просто смешивали. Да да, нет, да, там там совсем, да. Там была катастрофа там, такая. Катастрофа. Что... Но у вас соперники были. Были. Самая, Аргентина, Аргентина, самая яркая вот характеристика, как отношение к сборной было в России? перед чемпионатом мира. Это то, когда мы ехали с предыгровой тренировки, когда Зюба рассказывал историю, не, не знаю, помните, нет? Мы ехали с предыгровой тренировки. А когда они пешком пошли? Нет. нет? Мы ехали, ну, у нас сопровождение, там чуть ли не перекрыли дорогу, и мы ехали с предыгровой тренировки перед первой игрой, служников и где-то там на Ленинградском шоссе женщина стояла на остановке, просто развернулась, сняла штаны и показала а. некрасивое место, да, то есть это было... Полная иллюстрация того, как к ну, сборная, я считаю, что тогда просто я же говорю, критиковали за все, там, за Габулова, там, я не знаю, там, за, за игру, за за все за все просто критиковали там сборную Черчесова и всех остальных. А какое настроение было в самой команде ну, из-за Это чувствовалось давление, из-за этого чувствовалось, да, негативное чувствовалось, но э, с другой стороны мы это позиционировали и воспринимали как Вызов, да, а давайте мы это поменяем. Давайте, пусть люди, людям мы докажем, что в том числе и футбольной общественности, что они не правы, mm -hmm. относясь так к сборной, там, к тренерам, к футболистам. Мною, в принципе, это двигало. Да? Почему я хотел в 2016 году вернуться в сборную? Потому что я не был согласен с тем, что футбол у нас там говно, извините, за выражение, да, или футболист у нас говно. Как некоторые, Нет, после Евро как некоторые говорили, да, но и так нас воспринимается. Почему мы не говно? Мы там в восьмом году что-то вывели, там в пятом году был какой-то результат, обыгрывали там лучшие сборные Европы, и вдруг мы в шестнадцатом году стали там такими плохими, да, там или в двенадцатом году. Или перед 18-м нас так воспринимали. Вот, но это двигало, и это вот личное было такое восприятие. Я должен... Поэтому я там на собственные амбиции наступил. Я говорю, я в любом качестве готов вернуться в сборную. Хоть тренер вратарей, да, конечно. Тренер третий вратарь. Так. Что такое третий вратарь? Это тренер вратарей? Ну, третий вратарь. Да. А кто был третий вратарь? <сех> <сех> <сос> <сас> <сос> ну хорошо, ладно. Ты с Игорем разговаривал перед серией пенальти, вот, например. <сос> Нет, а зачем? Ну как? Ну ты с высоты опыта, вы давно <сос> <зачем>? <сос> вместе. Зачем? Он, ну, а он, он, он тоже опыт. Он ну, то есть нас перед каждым матчем, там тренер готовил, давал информацию, которая нужна. Гинтерс. Гинтерс, да. Гинтерс да. ему точно так перед пенальти дал. Ну, мы там пожелали удачи, пошутили, что-то там, все вперед. Он же профессионал? Ну, вообще, вера перед Испанией была. Тогда, даже несмотря на впечатляющий групповой раунд, ну тогда говорили, ну потому что ругаю, влетели, может да. из за этого говорили, да, ну а плюс по накатанной еще оставался негативчик, да, там mm -hmm. некоторые, ну mm -hmm. oh, да, некоторые люди все-таки с умыслом разгоняли этот негативчик и остальные его нет, ну, что, там что, было что? понятно. я да, считаю, что с Аравия сла да, слабая, нет, вообще слабая, Египет, сборная, с это было персональная Солба. там неприязнь определенных людей, к, к, к определенным людям, да, может быть, не только, да, там и вот это все, этот фон разгоняли, разгоняли, общественность подхватывала, поэтому... А потом просто после Чемпионата Мира они либо перебулись, либо... Да. Э Исчезли. А, а вот когда ушли, на... ушли Исчезли, в тень, да, на... до следующего на Чемпионата На Воробьевых горах, когда а, вы видите вот это количество людей, ну, не один вид спорта, даже, наверное, победа в 2008 сборной России по хоккею, когда Ковальчук забил, но ну, не выведет такое количество людей на Никольскую, на другие улицы, на улицы как всей и страны. Как и восьмом году. Как и в восьмом году, как это делает футбольная сборная. Но вот когда вы пришли на Воробьев горы, что это за на... ощущения были? Да, что это были за ощущения? Вот Эти люди в вас не верили, а там прямо Нобелевская по порядку. Да, я просто на один да. ответ, еще, на один вопрос ответ не дал касательно, касательно веры, да? Да. Уверенность перед Испанией. Сейчас просто из одного в другое перейдем. Да. У нас была уверенность. Да, там, ну вот лично у меня была уверенность, да, что мы дойдем до финала перед чемпионатом мира. Это было. Это перед первым матчем было. То есть я искренне в это верил, я знал, что так должно. А что произойти. Вратаря и что знают вообще про футбол? Ничего, <связывая> Нет, не знаю. Нет, Нет, ну, почему? Не дошли, не как не как так, да, потому не что, что знаете, понимаете, вот я вот э, на основе своей карьеры могу сказать, что вера и уверенность в собственных силах и вера, искренняя вера, она э, действительно делает чудеса, понимаете? Потому что, ну, кто верил в восьмом году, что мы там что-то после Испании особенно, что что-то мы там сделаем? Кто верил там перед э, матчем с Англией, что мы там Англию обыграем после 0-3 на Уэмбли? Кто в это верил? Кто верил в Кубок УЕФА, когда мы сидели на собрании и в декабре? Цель выиграть с Кубок Гинер с да. они вдвоем это сказали. Не сказали они а выиграть. Мы сидели, мы, нас собрали да. в 2005 году в январе перед сборами, там третье или какое-то число было, не знаю, десятое, и говорят, вот наши цели и задачи такие: чемпионат, Кубок и выход в финал Кубка УЕФА. И, и мы, мы тут... <решили> все, все, <решили> не, ну, шепотом там, <решили> <решили> все, ну... Новогоднее все. похмелье, <решили> 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 Я-то там, ну, не основной игрок, у меня это так, это... Я посмотрел на тех, кто играет, то у них такая же реакция была. <решили> <решили> ну, понимаете, оно... <решили> из... <решили> К чему я говорю это? Потом с течением времени, с регулярной этой информацией каждый день, с вселением этой веры и постоянно от движения от этапа к этапу, и ты понимаешь, что это возможно, и потом, когда вышли в финал, и вот мы отъезжаем на э, финал там, от гостиницы в день игры, и ты все равно это там, там ну, не осознаешь, да, там, или mm -hmm. там все на кураже, и, и, в итоге это происходит, понимаете? Я к чему говорю, что все, не, все невозможное возможно, оно возможно, и поэтому, когда мы перед чемпионом мира там, нас критиковали, все этот... Мы, конечно, шутили на эту всю тему, я этот иногда перед тренировками там у нас в тренажерном зале собирались ребята разминаться и там я, я или кто-то другой включал, но я включал больше шутки там э, как это Магадан песню и говорю так ребята едем в Магадан если мы две игры в группе не выигрываем я говорю... То но, едем Магадан, да. Да. но это шутки были все равно ребята все верили и коллектив сплотился объединился и конечно мы после в Хорватии, когда э, прилетели в Москву, мы все были просто расстроены, убиты, и, и настроения никого не было, потому что искренне поверили, что можем там пройти. Если бы мы Хорватию прошли, мы точно там Англию. В финале? В полуфинале. Не, я говорю, в финале были бы, если бы в Хорватию прошли. Да, с Англией было бы гораздо легче играть, и психологически и уверенно. Ну, кстати, и все ты не было. первый, кто об этом говорит, да, что были а Потому что так и было. Не то, что сильнее. Мы, мы верили в это, что это возможно сделать. Потому что ну, я не знаю, чем это подкрепить. Вот чем это? Какими-то тактическими моментами, какими-то там... Не, ну Хорватия Хачем просто играла лучше Англии. футболистов. Хорватия играла Количе... лучше Англии футбол, на том Ч5. Да. Хорватия и... просто сильнее Англии. А мы играли на равных, да, с Хорватией, да, там дело случая, каких-то моментов. Ну что ж, мало кто в это верил. Может быть, уже многие не надеялись. Но Лига плохих футбольных шуток сегодня будет! Володя, у нас сейчас да. очень важная Рано. рубрика. Лига плохих футбольных шуток. Начинаем Почему у Габулова случаются проблемы с одеждой? Старается не фокусироваться на грязных вещах. Хорошо было. Что можно увидеть, если внимательно смотреть на брови Анчелоти? Так, что же? Динамику курса рубля. А как Габулов называл свою позицию на поле относительно Кокорина? Есть вариант? Относительно. Кокорина. Защищающий? Нет. От греха подальше. Почему Роберт Морено включил максимальный режим тренировок для Сочи на последние туры? Почему же? Ему показали, где находится Хабаровск. А чему Генич хотел бы научиться у Габулова? Пласеру. Нет, 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 все проще. Как не играть, но выигрывать? <свят> <laughs> это хорошо. Какую песню ставит Зиньковский, когда красит волосы? Без понятия. <свят> не забывай свои корни, Помни <свят> <свят> Хорошая каста. Кем бы стал Габулов, если бы не получилось с футболом? Ну мы сегодня обсуждали. У ну, таксистов первоклассные. Да, но ну не таксистом обычным, а вертолетным таксистом. Что общего у самурая и у клубов из первой лиги в Кубке? Не знаю. Важен путь, да? Да, у них нет цели, есть только путь. Молодец. Почему Габулов поздравил до клубников из Брюги сообщением Congratulations Gays? Остался шаблон от поздравления Спартаку. Ну, хорошо было. Растет, прибавляет, да. Зачем осетинские футболисты ходят в автосервис? Зачем? Интересно. Ну, наверное, ты должен. Почему? Ну, как говори, что там? Там и возраст скручивает. Что общего у семьи Габулова и защиты ЦСКА с Березутским и Игнашевичем? И там, и там оба деда играли. Сильно, сильно. Молодцы. Что сделал Тарасов э, в овощном отделе азбуки вкуса, когда ему озвучили чек на 15 тысяч рублей? Расстроился. Почесал репу и оплатил. Что общего у Габулова и Ивана Игнатьева? Они часто появлялись на тренировках на вертолетах. А почему он тоже летал? Или... Нет, 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 Мы нет. даже не будем вести. Да, да, это хорошая да, поверь. Это да, хорошая. Да да, 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 да. Ну после да. эфира тогда. Да, да. Что вынесли вороны? Воры, обокравшие квартиру Неценко. Компьютер с информацией, не знаю. Табак от Калика. Много полезной информации. Почему Габулов считает, что тренерами ЦСКА не должны быть Федотов и Хазбик? Они оба не подходят клубу по масштабу. Извинись. Ты, кстати, тоже не подходишь. Ну с разными интонациями. Если что. Да. Почему у Кемфеева всегда были хорошие отношения с другими вратарями в команде? Дружить имеет. С ним никто не конкурировал. Все? Да. Ну, все. Володь, скоро лето а уже начинается. Какой у тебя план? Вот сейчас уже так. Прощаюсь. Что ты пожелаешь нашим зрителям себе сделать обязательно этим летом? Обязательно съездить в горы в Осетию. Поддерживаю. Да. Принимается. Да. Раз. Обязательно, да. Обязательно отдохнуть. Обязательно. В плане отдыха что сделать или какие цели? Ну сделать? просто Не, най лучше, ну, там лучше най найти отдыха. работу. Устроиться в РФС, посмотреть евро. Что? Что, Нет, что я жел, желаю же людям, да? Себе, себе, себе. Твои планы на лето. Мои планы на лето? Ну, обязательно съездить в Осетию. Я уже счастлив. Этого достаточно, да? Есть какие-то там у меня деловые моменты, да, которые связаны с бизнесом чтобы они реализовались обязательно, да, летом и в последующий период времени. С футболом пока цели не ставлю, потому что мне хочется участвовать в интересных каких-то проектах, которые ставят перед собой созидательные цели, да, амбициозные задачи. И вот если поступит предложение такое, конечно, мне будет интересно. То есть тогда, тогда приходи в коммент-шоу. Амбициозные ради... цели, большие задачи. А какие у вас цели, какие задачи? Впереди. Чемпионат Европы. Так, нет, спортивные два. Спортивные какие цели, Российский задачи. футбольный союз и Шоу. Выбирай. В смысле, какие? какие нет, какие, почему? С сделать почему? выпуск на миллионов семь просмотров. Вот, например. А сейчас у вас сколько? Шесть. Шесть Чуть-чуть поменьше. Но это будет? не амбициозно. Семь – это семьдесят. Ой, амбициозно – это семьдесят. Да. Тогда мы с Станиславом Сарановым И не обязательно это должен быть там клуб премьер-лиги, либо там федерация какая-то да, амбициозная, громкая. Да, это может быть с э, э, самых низов и доверху. Да, но это э, должно быть мне интересно, и тогда мне будет готов Молодь. принять. А так, все остальное. Главное, чтобы были здоровые, родные, близкие, и наш футбол развивался. Самое главное, чтобы по бизнесу все срослось. Согласен. Согласен. Футбол должен развиваться. Да, и футбол должен развиваться, чтобы Чтобы его было интересно смотреть. Чтобы достроить. Давайте поблагодарим. Владимир Габулов был сегодня у нас гостем. гостях. Спасибо огромное.